Сочи меняется очень быстро. Буквально за последний год-два в микрорайоне Дагомыс, например, уже появились вот такие здания. Некоторые из них, правда, появились раньше, но уже, например, на первом этаже появился супермаркет «Пятерочка». Рядом в соседнем доме на первом этаже, вот за этими маленькими теремками, магазин «Все для дома». Вот здесь, за этим заборчиком, находится школа, гимназия. Там вдали голубенькая виднеется еще два корпуса, которые сдались буквально, может быть, месяц назад. Это жилой комплекс «Босфор». Вот он. А вот эти вот желтые здания – это жилой комплекс, называется «Место под солнцем». И вот все вот эти здания, два «Босфора» и пять зданий «Место под солнцем», появились буквально последние несколько лет. «Босфор» вообще недавно сдался, и пятый корпус ЖК «Место под солнцем» тоже сдался недавно. Вот так вот быстро растет Сочи. А еще метров через 100 здесь есть еще вот такие же похожие здания от того же застройщика, который называется ЖК «Кватро». Он будет сдаваться уже в этом году. Вот так все динамично развивается в Сочи.